паника была в городе. Вы набирали воду? Нет, не набирал. Вы не знали, что там сегодня с 10 часов отключение воды? Нет, не знал. И не запасались? Нет. Почему? У меня как-то есть постоянно в запасе вода. Вот знаете, немного там бутылей, пару-тройку. Ну, есть же вода. Есть же вода, значит, хорошо. Ну, если семья, двое детей, то, знаете, без воды остаться очень не хотелось бы. Поэтому набрали. Вы не знали, почему ее решили отключить? Ну, разные же версии были. Какую вы знаете? Какую знаю версию? Ну, за неуплата за электроэнергию. Вот такая. Кого? Кому? Кому? Все, я спешу. Воду на... Я набирала. А почему? Как почему? Потому что предупредили, что воды не будет. А как вы думаете, почему не будет воды? Что, с чем это связано? Что не хватает ресурсов, это денег на энергоресурсы. Донбасса, да. Которой у нас нету. Мы живем на Мирном, у нас третий этаж, вообще вода не поступает. А долги Горводоканал пишет. Нет, не набирали. Мы не верим в фейковой информации, которую постят в интернете. Мы приехали только в гости к вам. Мы вчера, к сожалению, не были. Приехали час назад. Вы не знаете, что тут у нас? Мы не знаем, что происходит, к сожалению. Вы запасались вчера водой? Нет. Вы знали, что там не будет воды? Нет. Да. Вы знали? Я не знала. Знали? Я не знала. Ну, что вы знаете, а почему не будет воды? Не знаю. Что-то, какие-то там проблемы. Но вода есть. Да, вода есть, все хорошо, спасибо. Вы водой запасались вчера? Нет. Верите слухам? Нет. А зачем они мне надо? Слухи. Воду вчера набирали? Нет. Что будет отключение воды, возможно, знали или нет? Нет, конечно. Не переживайте, паники не создаете? Нет. Вода у вас есть? Есть. По крайней мере, с утра была. Дома не набирал. Почему не набирали? А потому что не был дома. А, вас минула эта паника? Да, минула, вот это прошло как-то незаметно. Запасались, скажите, пожалуйста. Водой запасались? Да, полную ванну сегодня набрала. Что вы слышали, почему воды могло бы не быть? Сказали, что воды не будет, потому что Мариуполь не оплачивает за воду. Поэтому нам отключат ее на один день. Сегодня слышала уже на два. Вообще вариант был 4 дня. Так что... Вода есть у вас? Есть, хорошая вода. Все бежит, нормальный напор, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. До абсурда, вчерашняя ситуация, давайте будем там делать запасы какие-то воды. Поверьте, ну, если не дай бог, даже случится ситуация там отключения воды Донбасса, то есть и от сетей там водоканала, то там никакие запасы нам не помогут. Поэтому смысл это люди тратятся только у нас все время, набирают эту воду, потом ее сбрасывают, платят лишние деньги,